Большую часть тренингов, которые востребованы сейчас в малых территориях, это, конечно, основа социального проектирования. И то, насколько грамотно дается основа социального проектирования для участия в грантовых конкурсах, зависит во многом от тренера, который дает. Его компетенции очень важны. И поэтому все, что мы смогли здесь получить и донести до наших благополучателей, для наших некоммерческих организаций в территории, это очень важно. У нас, если говорить в цифрах, то и качество как тех проектов, которые я сама как руководитель от организации представляю на грантовые конкурсы, в том числе и фонда президентских грантов, значительно выросли. После участия в школе тренеров, повысив свои компетенции как тренер и получив вот тот кейс, который позволил мне, ну, как закрыть те недостающие пробелы, может быть, и в моих собственных знаниях в социальном проектировании, помогли и привели к тому, что 3 проекта подряд в фонде президентских грантов получили поддержку. Ну и в территории количество поданных и выигранных проектов, конечно, значительно увеличилось после проведения данных тренингов, которые я проводила и которые я консультирую в территориях. Для малых территорий, для отдаленных территорий, где нет сильных школ тренерских, ну, на сегодняшний день, это, конечно, большая польза.